Так, у нас будет быстрый проход анекдотов. В любой машине, на которой едет Ксения Собчак, мощность на одну лошадиную силу больше, чем указано в техпаспорте. Ладно. Скажите, а как вы стали сантехником? В детстве я мечтал стать космонавтом, но в 4 классе меня упустил сантехник. Очень смешно. Не просыпаем, не работаем, не кануем. Так. Сейчас посмотрим еще что-нибудь. Гламурненько сказал бомж, наливая портвейн в чистый пластиковый стаканчик, свежа окрашенный. В подъезде, хорошо. Футбол играть не умеем, но любим, хорошо. Добро пожаловать в мир, где миллионы нет, ничего против одного единственного, да. Так. У Буратино поначалу нос был картошкой, но он анонировал подлец. Так, не смешно. Так. Звонит Бриновский Путину. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Честное слово, я не шпион, я не работаю на британской разведке, я не числюсь в списке МИ-6. Не переживайте, верю вам, Борис Абрамович, что вы не числитесь, вы числитесь в списках ФСБ. Не смешно. На пресс-конференции Андрей Луговой честно признался, что имя он Березовский, совершился крупное преступление века. Не смешно. Сколько у нас осталось? Ой, нормально. Так. Сидят в окопе Василий Иванович и Петька. Василий Иванович, глянь, они так белым идет. Тихо, Петька, это наше биологическое оружие. Не смешно. Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все. Доктор, что это у меня на ноге? А, что это у вас? Не смешно. Русский национальный менталитет. Да, вообще ничего не видно, сказал водитель и прибавил газу. Нормально. Так. Слушай, я тут такое слово вычитал, прямо язык сломаешь. Такое куннилингус. Да, точно язык сломаешь. Так. Е-е-е. Полный город здоровенных теток на веселе, в белых прозрачных блюзках и черных мини. Нет, это не начало немецкого пророфильма. Это последний звонок. Так. У дагестанца спрашивают, что бы вы сделали, если бы у вас была машина времени. Затонированная бы. Хорошо. Аркадий, давай миниатюры снимать. Давай. Миниатюры, давай. Давай. Молдавские ученые опровергли факт, что земля круглая, они утверждают, что она грязная и на зубах скрипит. Так. Больше 4 минут не делай. Если нажмешь